Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня покажу модерн текстур пак для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного текстур пака в нашем мире меняется довольно много блоков, и они превращаются в 64 разрешения. То есть из стандартного разрешения меняется высококачественное разрешение. К примеру, наши двери становятся такими, можно сказать, очень детализированными дверьками. То есть они превращаются в модерн стиль. Вот печка меняется, тоже довольно классно она сделана, можно сказать, они так. Это у нас, к примеру, крафт, он становится почему-то полкой такой, я не понимаю, и вы никогда не угадаете, что это такое, но это камнерезка, которая была, к сожалению, убрана в новой версии Майнкрафта, да. К примеру, здесь поставил вам доски, да, какие-то доски стали очень красивыми и тоже высококачественными. К примеру, здесь тоже не поленились и изменили нам траву, но, к сожалению, остались баги. К примеру, баги с цветочками, как видите, изменилась трава, изменили также древесину, в том числе и ее листву, которую вы можете сейчас видеть, изменили солнце, в том числе как я, можно сказать, до этого сказал, примерно изменили небо. Пресинка, как дела? Как висенка какая-то стала упоротой, я не знаю, почему я так сделали, но ее глаза решили переместить по бокам, и она стала довольно забавной и упоротой. Ну что ж, Майнкрафт сам целиком загадочный и упоротый мир. Так, ну вот я как и говорю, заспавнился какой-то, не возьмись, овечка. Привет, кстати, овечка тоже, она, как видите, не осталась в сторонке, ее тоже изменили. Так, о, привет, курочка, курочка, стой, стой, как видите, курочка почему-то стала у нас коричневой, возможно, она покупалась грязью и стала такой высококачественной коричневой курочкой. Ну, мы идем дальше, и дальше мы видим пустынный биом, то есть, десерт, да, видите, изменили кактус, в том числе изменили песочек, кактус стал очень красивым, ну и сказать больше о этом текстурпаке нечего, поэтому вам остается скачать его самим и оценить его тоже самим, поэтому... На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.